знаменитый участник множества интеллектуальных игр Борис Оскарович Бурда сказал: алкогольные напитки, как правило, очень вкусны и очень полезны. И не их вина в том, что рекомендованные дозы превышаются в десятки раз. Если за один присест съесть кастрюлю борща, вам тоже будет плохо. Так вот, по моему личному опыту, Борис Оскарович прав. Если потреблять алкогольные напитки в пределах пол-литра чистого спирта в год, это действительно не вредит и очень приятно. Проблема только в том, что мало кому удается удержаться в пределах этой дозы. Попробуйте ограничиться до такого уровня и сами убедитесь в его правоте.